Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серию Родина Ролиплей, центральный округ, мы здесь Кирилл Путбулов, и так, сегодня у нас будет такая серичка, необычненькая, рулеточку сегодня, я думаю, покрутим, кстати, да, пишем донаты, сейчас донаты, и у нас здесь есть 702 рубля. Я думаю, купим для начала одну рулеточку, потому что остальное я хочу перевести деньги, чтобы помогать рыжикам. Я думаю, вам эта тема не равнодушна, то, что рыжикам помогать, пацаны. Напишите в комментариях, продолжать ли каждой серии можно будет так помогать, в принципе. Я думаю, это будет довольно-таки неплохо. Поэтому обязательно напишите в комментариях. Давайте возьмем одну из моих машин какую-то. Какую-то из тачек сейчас возьмем и покрутим рулеточку. Так, давайте купим одну рулетку для начала. Сейчас давайте купить... Одну голд-рулетку купим, потому что, ну, я хочу рыжикам просто побольше помогать, поэтому я переведу в деньги лучше остальные. Это у нас получается сколько? Сейчас, 552, окей, так, 552. 552 получается. Окей, переводим. Это у нас 2 миллиона 200 получается. Окей, хорошо. Все, теперь можно брать машину, я не знаю, что даже взять. Наверное, давайте гелик возьмем, я давно на нем не ездил. Поэтому я думаю, можно его взять и на нем прокатиться. Сейчас выйдем уже и потом покрутим рулеточку. Так, давайте карс, выключим стабилизацию. Давно я, кстати, на гелике не ездил, поэтому давайте его, короче, возьмем. Так, я уже забыл, как заводиться. Во, N. Ух, ебать, он какой-то ебанутый на самом деле. Так, давайте посмотрим, что с моим бизнесом, а то я каждый день пытаюсь его чекать. А то мало ли что. Так, он до сих пор мой, это уже хорошо. Я без инфо еще сегодня не смотрел. Давайте посмотрим. А, банк бизнеса. Так. Прибыли за 20 часов получается 5400. Посетители за 9... Так. Крыша оплаты. Надо будет заехать в банк. Блин, вот хреново, что если 3 дня, короче, не оплачивать, то в итоге светит бизнес, короче. К херам собачьим. Поэтому вот такие вот дела. Что ж, давайте покрутим рулетку, я думаю. У нас есть одна голд рулеточка, короче. Так. Ежедневная рулетка. Так, ага. Так, у нас голд рулетка. Голд рулетка. Ага, 25. Можно я еще раз ее открою? Ежедневная рулетка. Так. Голд. Ну, блин, я хочу машину. Почему именно такая выпадает? Нельзя как-то ее переделать, типа. Почему именно такая? Давайте так, так. Это меняется? Не, ни хера не меняется, да? Ну блин, почему? Я хочу, где машина есть. Я хочу машину как-то выбить хоть раз. Попробовать. Ну блин, ну такое. Ну ладно, давайте, я думаю, сейчас еще раз покрутим ее, короче. Будем ее крутить, так сказать. Вот так вот встанем и будем ее крутить. Ну что ж, момент X, давайте. Выбираем ежедневную рулетку. Gold. Ну и чё, крутим. $69 000. Блин, ну, такое на самом деле, да? 69 000. Можно было перевести это деньги, было бы 400 с чем-то тысяч, по-моему, даже не 500 с чем-то. Ну, короче, да. Конечно, такая голд-рулетка спорная тема. Там можно выбить и как 5 лямов, так и пиздец. И Бугатти можно выбить, ну. Тут уже везение, дело везение, короче. Ну, сегодня суббота, возможно, будет на ферме людей больше, потому что я снимаю это видео раньше, чем снимал предыдущее. Поэтому, возможно, там будет людей побольше и будет поинтереснее, в принципе, раздавать, так сказать, трудягам, рыжикам деньги. Поэтому сейчас поедем и посмотрим. Так, здесь много народу, я так посмотрел по карте. То, значит, можно здесь, в принципе, попробовать пораздавать. Что-то тут непонятно произошло с трактором. Это читер, типа, едет? Или нет? Так, здесь на самом деле много людей находится. Давайте я остановлю свою машину. И пойдем попробуем пораздавать немножко денег. Рыжикам, так сказать. Я думаю, это будет нормально.
Так, 258 получается, да, у нас? Так, 258. Будем давать по 10 тысяч. Так. Давайте ему дадим денег. А, 268. Ага. Давайте дадим ему денег. В принципе, по 30 тысяч будем ему давать. Я думаю, это будет вполне себе нормально. Вон еще, короче, чуваки работают. Давайте им еще денег подкинем. Так, вот 16-й, короче, тут стоит у нас. Давайте ему денег дадим. Так, 16-му. Так. 316-й, стоять. Блин, ну прикольно помогать, значит. Вообще по кайфу просто. По 30 тысяч им даем, короче. Так, кто тут еще у нас есть, кто работает? Я просто не вижу. Вон, давайте, может, комбайнерам чуть бабок отсыпем. Или вон трактористу. Так, давайте побежим к нему. Стой. Дружище, стой. Пай 428, 10 тысяч. Так, давайте такой скриншотик еще сделаем. Поможем немного трактористу, короче. Будем давать чисто по 30 тысяч. Сейчас вон к комбайнеру пойдем, тоже поможем ему. Немножко подкинем денег. Ну, блин, прикольно, что помогать. Так вот, пацаны, вы тоже помогаете, если у вас есть такая возможность. Так, давайте комбайны остановим сейчас. Так. Стой. Да ёпту налево. Я только закончил. Ну ладно, давайте дадим ему денег. В принципе, наверное, он, да, только закончил. Скорее всего. Поэтому давайте ему тоже денег подкинем. Так, вот еще один чувак, 464. Так, конь води. А, 400... Выдали код игрока. Так, ёпту налево, как ему деньги дать? Тяжело ему передавать деньги комбайнерам. О, все, передал. Так, ну тот чувак, видимо, не хочет денег, поэтому мы не будем его трогать. Потому что он не останавливается, я ему сколько кричал, он никак не реагирует. И, кстати, по-моему, мой гелик пропал, да? Блин, мой гелик пропал. Ну чё, придется релогаться. Я думаю, мы поедем сейчас еще в Больку. Я вроде главный есть сейчас. Попробуем взять АНК. Так, короче, я уже релогнулся. Давайте сейчас залетим в банк. Блин, как-то надо мне вертолет припарковать, чтобы и никому не мешать, и никого не задеть. Поэтому паркуем его вот так вот. Я думаю, нормально. Сейчас быстро в банк забежим. Я плачу за дом, за бизнес, чтобы не слетело ничего. И потом пойдем в больницу. Я посмотрю, есть кто-то из главных. И, может, сдадим АНК. Так, оплатить налог на транспорт. Маврик. Оплатить налог на дом. Угу. Оплатить налог на бизнес. Хорошо, все, оплатил. Все, заебись. Теперь можно ехать в Больку. Лететь, точнее. Так, все, переделался. Давайте напишем, есть кто-то из главных. Есть кто-то из главных, сейчас спросим, короче. Попробую АНК сдать. Блин, что-то из главных вообще никого нету. Поэтому я хз, что делать. Какой-то Валера, Кас стоит на чекпоинте прям. Короче, главных сейчас нету. Это надо какую-то клятву сдавать. А не АНК, я так понял. Поэтому никак мне не разобраться с этим. Ну, наверное, в следующей серии разберемся уже. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.